Синие павианы кошки, чё бы не быть жирафом. Ну, жирафы, они прекрасные, но они вообще, в принципе, прикольные с самого начала. И самое замечательное, что вся их эволюция, она шла ровно и плавно, параллельно с человеком. То есть в этом-то есть интерес, что стартовали мы с одного и того же предка, ну, где-то там, мезозои, вот, пришли к совершенно разным моментам, но жили все время в одних и тех же местах в одно и то же время. И вот самое это смак узнать, понять, почему вот эти получились такими, а эти эдакими. Мы такие все себя разумные, они там длинные шеи красивые, и как вот оно одно с другим склеилось. Ну, причем в эволюции человека и жирафов есть куча прикольных параллелей. Ну, допустим, мы с деревьев слезали, они на деревья залезали фактически с помощью длинной шеи. Вот, у нас там ловкие руки, у них гибкий язык. У нас черная кожа, как бы исходная версия африканская, у них опять же черный язык, чтобы там не сгорел на ультрафиолете. Вот. Мы умные, они тоже умные. Жирафы, между прочим, тоже одни из самых главных интеллектуалов среди копытных.